Здравствуйте, друзья! Интересно наблюдать за тем, как работают механизмы Гугла в продвижении видео. Вот у меня есть, ну, такой сюжет, я считаю, знаковый такой, принципиальный, о том, как вот мы там заработали первый миллион, на самом деле два, в 90-е годы. И это монтированный сюжет, я снимал на две камеры специально, я там сценарий себе расписал, ну, то есть как-то вот так я готовился. И мне казалось, что это должно быть что-то такое, знаете, хорошо пошедшее такое, там, полмиллиона просмотров, может, миллион, там, два, три, ну, не знаю, в общем. Казалось мне, что это интересная тема, денежки, все интересуются. И так оно пошло, конечно, но не так, как я хотел, да, то есть оно там не рвануло там в полмиллиона, а так за первый месяц там было тысяч, там, может быть, 60, там, не знаю, сегодня уже 100, вот, полтора месяца прошло, сегодня 100 тысяч, как раз вот ночью, с утра проснулся, уже было 100 тысяч там с копеечкой, а последние, может быть, дней 7-8, какое-то оживление началось, так вот, значит, а YouTube он что делает? Вот он смотрит, как люди реагируют. Смотрит на то, во-первых, как кликают на него по предъявлениям, да, допустим, там на 1000 предъявлений, сколько человек реально кликнули, пошли посмотреть. А дальше уже, когда пошли посмотреть, они смотрят, как долго люди сидели там, смотрели. У нас, в общем-то, неплохая статистика по просмотрам, не знаю, как насчет кликов. Наверное, много всякого там про миллионы и там, как бы, разводов всяких там и так далее, я не знаю, но вдруг вот пошла кривуля, пошла и стала в день там, ну, я не знаю, последние пару дней там по 4000 в день, это неплохо. Если целый год по 4000 в день, это было бы там хорошо за миллион. Да? Но, да, еще я смотрю на комментарии, естественно. Да? Откуда я знаю, что вот там вдруг там трафик пошел? Комментарии. Я вижу, что вот какое-то видео, вдруг стало больше комментариев, я говорю, ага, значит, стало больше просмотров. Если так систематически ты видишь, ну, пошли комментарии, значит, стало больше просмотров, можно пойти посмотреть там на статистику и так далее. И вот механизмы. Ну, сначала идут наши зрители, там, как бы, понятно, первые там пару недель в основном наш зритель. Потом какой-то спад такой, наш подписчик, да. Потом вот оживление. Оживление идет за счет какого-то внешнего, видимо, чего-то, потому что сначала комментарии были хорошие, такие добрые. Так говорит, о, говорит, молодец, там, спасибо, там, и так далее. И вообще, даже без комментариев, соотношение лайков и дизлайков, оно, как бы, исключительно хорошее, там, 97%. Это выше, чем в среднем по каналу у нас, и так далее. 97%. Но пару дней, вот, особенно сегодня с утра, знаете, какие-то пошли плохие комментарии. Ну, как обычно, вы знаете, там. Попер, как это, не наша аудитория поперла. Вот по комментариям можно сказать, что за люди. Там какой-то пошел Крым наш, какие-то антиамериканисты, какие-то там черносотенцы, погромщики, там, я не знаю, какие-то русский мир, там, вот эти поперли. Уж куда они нас там рекомендовать стали, я не знаю. Ну, конечно, люди возмущены. Это еврейская рожа. Значит, там еще и деньги у него. Ну, то есть, ну, совсем уже просто русскому человеку вообще выпить не на что. И тут вот такое показывают. Конечно, это унижает. Вот. А вот Starbucks. Зайду-ка я в Starbucks. С утречка. То приеду на работу. А уже со стаканом. Да. И тут же, я смотрю, только вот это вот. И тут же раз. Переполовинилось количество просмотров. Последние 3 часа, так они бах. Ну, скажем, там шло по 250 просмотров в час. Да, и вдруг так раз упало там на 100. Вот прямо вот в один, вот так вот, вместе с этими комментариями. То есть они так оперативно реагируют. Очень интересно. Может быть, дизлайков понаставили, может, возмущенные быстро ушли, там, глянули такое там и сразу отключились. Я не знаю, там, как это происходит. Но очень интересно наблюдается. То есть Google должен научиться, друзья, показывать видео правильным людям в каких-то правильных тусовках. Они должны как-то себя разграничить там по политическим, может быть, воззрениям. Вот эти там, скажем, не любят Америку
или там евреев не любят, или там, допустим, ну, сами знаете, вот, могли бы. Я все думаю, наверное, они, а зарабатывать они, наверное, не против и на тех, и на других, и на третьих. Да, они говорят, ну что же, фашист, может же кликнуть. Правильно, глядишь, кликнул с рекламодателя, 3 копейки упали там, глядишь, доход какой. А что ж, если с фашистов, из этих вот, со всех этих денег не брать, представляете, что будет? А только с хороших людей. Да. Все, друзья, такие вот у меня заметки.